В Тюмени задержали преступную группу, которую подозревают в серии краж из домовладений. Пострадавшие обращались с заявлениями в полицию. Изучив почерк преступлений, было установлено, что все кражи совершены одними и теми же лицами, подозреваемые задержаны. Что воровали? Черноцветной металл, электрооборудование. В преступную группу входили три тюменца, действовали без определенного плана. Брали в аренду авто и ехали в один из поселков Тюменского района. Спонтанно выбирали дом и, выставив окно, проникали внутрь. Похищенное сдавали в комиссионные магазины и пункты приема металлолома. Преступникам грозит лишение свободы до 6 лет.